Прекрасно. Сначала листик, а потом палки. Угу. Огонь. Прекрасный огонь. Янчик, где ты взял эти листья вообще? А я откуда это? Оттуда? А откуда они туда взялись? Как они туда попали? Потому что столько много листьев я взял тоже в печку. Угу. Осторожно, Янчик, пожалуйста. Там, когда пламя большое, ты, пожалуйста, так не подскакивай. Смотри, ты хорошо закрыл. Я вижу, ты тоже смотри, хочу, пожалуйста. Я набираю, потеряю листья. Почему что? Хочу, потеряю, я бросаю листья. Почему горели, которые ты бросаешь листья? Нет, почему я бросаю? Почему ты теперь бросаешь? Потому что ты научился, как это правильно делать. Только осторожно, отойди, пожалуйста, сейчас большое пламя будет. Смотри все время внимательно, чтобы не было больших языков. Если языки огня выпрыгивают из печки, то ты, пожалуйста, подожди. Только когда огонь утих, тогда можешь подбрасывать. Утих огонь. Ну посмотри внимательно, утих. Утих. Значит, подкидывай. И осторожно у печки, осторожно. Ты лучше знаешь, что ты лучше листья загребай не у печки, не под печкой, а вот с кучи возьми. Плюс не забывай, что у тебя хворост еще есть. Может. Зашвырни его туда и все. И бери следующую палочку. Ну, ты подкинешь сейчас туда листьев и будет. Аккуратно, аккуратно. Ручки забери сразу. Стой. Внимательно смотри, сейчас будет большое пламя. Все, 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 дай ему погореть. Янкель. Уже погас огонь. Он не погас, он сейчас только прогорает. Уже прогорел. Смотри, опять. Угу. Янчик, ты хочешь передать привет дедушке Игорю? Скажи, дедушка Игорь, привет. Дедушка Игорь, привет. Умница мой. И скажи, бабушка Лариса, привет. Бабушка Лариса, привет. Умница мой. И теперь дедушка Изя, привет. Дедушка Изя, привет. И бабушка Оля, привет. Бабушка Оля, привет. А кому еще ты привет хочешь передать? Тете Беле. Тете Беле, умница. И кому еще? Дедя Джей. Дедя Джей. А кому еще, Косенька? Никому больше. Больше никому. Все, делай, до свидания.